Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжим проходить игру по названием Sonic Mania. Мне нужен воздух. Тихо. Так, все, воздух у меня есть, погнали. Сказать честно, ребят, я только что снимал снова Соника, да? Ну, прохождение про него. В этом же уровне. И у меня произошла одна херь. Я умер полностью. То есть... Все, Соник мне уже больше не жил. И, к сожалению... Да, прикольно. Пираньи нельзя убить. Почему бы и нет? А как мне с ними справляться тогда? Можно вопрос? Потому что я лично считаю это уже... Воздух. Сэникс. Херово, потому что пираньи меня быстро сожгли. Ну как? Я именно тогда сдох, это когда началась тут платформа одна подниматься. Ну я до нее скоро дойду, вы поймете, о чем, конечно, я. Поверьте, вы это очень скоро увидите. Эту платформу. Или хотя я надеюсь, что ее больше здесь не будет. Ну, как в каком смысле не будет. То, что я больше на ней не подохну. А, ну здесь, ладно, легко. Оп. Готово. Так, здесь мне нужна вот такая вот затея. Оп. Так. Окей. А, мухи точно. Готово. Поплыли дальше. Краб-убийца, 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 краб-убийца. Минус краб-убийца. Так. Оп. Нет, это не она, если что. В смысле? О, все. Фу, я чуть здесь не кекнулся. Нет. Так, ладно. Пока что хорошо. Тихо. Рыбки, рыбки, рыбки. Так. Поднимайся, 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 поднимайся. Так, замечательно. Так, здесь нужно осторожно. Я просто не хочу потерять монетки. Ич! Монетки! Так. Оп. Я хочу собрать. И все, готово. Теперь вот можно умирать. Ух. Теперь и умереть не стрёмно. Ай-яй. Ай-яй. Давай, хватай меня, поехали. Так, ну если я здесь буду просто так умирать и начинать...
как бы сказать, заново локацию, зону, правильнее сказать, то окей, я не против. Хорошо, что я хотя бы сохранялся. То есть без сохранений, типа, умер и все. А этого мне еще не было. Чтобы шар лопнул. Так. Эй, эй. Все, поехали. Так. Тихо, тихо, тихо. Воздух кислорода. Оп. Вот оно, это место. Здесь я и проштрафился. Я просто сдох сразу же. Видите ли, работяга наш бомбмера. Бомбмера. Бомбандера я решил поиграть. Да, здесь я вот и проштрафился. Именно на вот этих хернях. Движущая эта херю, правильнее сказать. О, хотя... У-у-у! Тихо, бомбы можешь себе оставить. Готово. И вот на этом моменте, ну как бы, когда вот эта херь поднималась, видели, вот я по воде вот так ехал, да? И вот там я постоянно вздыхал. Тупой момент. Оу. Пим-пим-пим-пим-пим. Вот это охерительный шар, который дает дышать под водой возможность. Вот именно для этого, как бы, для этой зоны это очень хорошо. И все, я могу дышать воздухом. Ну, конечно, если он сейчас не лопнет сразу же. На что я, конечно, буду очень сильно надеяться. Я не хочу просто проштрафиться. Так, давайте, поехали. Ну, пока что замечательно все идет. Оп. Оп. Тихо. Поехали вверх. Оп. Оп. Ичья. Блин, мне только жалко, что на самих записях игра не идет так динамично, как здесь. То есть очень быстро. А при записи почему-то она как бы... Ну, не сказал бы, что лагает. Но не сказал, что играется чисто. Как есть какая-то потеря кадров. Хотя их не должно быть. Моя глобальная ошибка была только что. Потерять этот шар. Ведь дойдя я с этим шаром, скорее всего, для до босса. Ой-ой-ой, а здесь можно было легко сдохнуть. Я бы очень сильно бы проштрафился. Так, поехали вверх. Вверх. Ой-ой-ой, тихо. Оп. Наколс. А, это ТП, это... Почему я вот это назвал Наколсом? Это ж не Наколс. А как его зовут? Лоунейм, короче, какой-то все. Наклс это красный, я вспомнил. Поехали, 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 пока я бессмертный. Нихера, у меня уже монеток.
А, так и знал. А подожди, стоять. А как мне тогда? Окей. Пока Соник у меня на фритюре крутится. И этого я тоже не понимаю. Какие-то призрачные монеты. И главное, их нельзя подобрать с помощью этих. Ничего. Смотрите, аж магнитное поле здесь есть. Здесь же здесь поля. Интересно. А, это чтобы быстрее проебать все эти кольца, я понял. Хотите проиграть все кольца? Изи. Просто купите наши синие колечки. В одном кольце всего лишь будет сколько? По три. Я еще даже не заметил. Ладно. Делаем все быстро и красиво. О, начинается. Ну, я, в принципе, понял тактику против него. Просто едешь и пытаешься... Тихо, наверх! Успел. Фух. Главное, чтобы воздуха хватало постоянно. Фух. Это еще не все? Это что, фаза номер два? Ох ты ж, ё-моё. Ах, я понял, к чему это все. Так, он мне... А, он меня своими этими что ли дамажит? Готово. Он меня этими просто дамажил. Ракетами. Тихо, достану. Ай, накл... Опять наклс. Ладно. Я потом тебя вспомню как-то. Может быть, вспомню. Фу, похоже на Атлантиду, и мы выиграли. Мираж. Пустыня. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И здесь у нас уже фокусник. Всем пока. Прощай.